аккуратненько. Во, видишь, мокрый. Все правильно. Ничего, сухой. Все, тряпочкой вытирай пока и все. В таких случаях не надо стартером крутить, дабы чтобы вода и какого-нибудь гидроудара не случилось. А, все, сдохло. Друзья, привет! Сегодня у нас длинная дистанция по нашим оренбургским полям. Забираемся на самую, ну, можно сказать, высокую горочку. Трасса пролегает примерно около 30 километров по полям. Едем на родник Дгорюн. Угол наклона горы, ну, сложно мне вам показать. У него резина. Ветер сильный, конечно, не знаю, микрофон будет справляться с шумоподавлением. Первая поеда. С хорошим ходом. 25-е. Я заезжал на второй пониженный. Именно заехал на второй пониженный. Но обороты были у меня около 4000 оборотов примерно. Новый участник с нашей группы, группа Нива 07, в Телеграме присоединился к нам, с нами катается. Не хватило двигателя. И будет, наверное, скатываться. Одна резина, 175-я получается. На первой пониженной, значит, заполз. Так, Нива фора, поменял сцепление. Не рассчитал ни скорость, ни оборотов. Моновпрыск. Набираем скорость. Весенний-осенний период, или когда дождь прошел, если интересно. Холостый. Мощности двигателя здесь, конечно, позволяет, однозначно. Установил сзади самоблок, буквально проехал 500 километров, потом спросим у него разницу, он почувствовал, не почувствовал. Приехали мы на родник Горюн, надо было здесь переехать, мы с Евгением осилили. Здесь ступенька, ну не знаю, для дастера, мне кажется, офигенная проблема. Я проехал здесь. Стой, стой, Лёх, сломаешь. Уперся. Нет, Лёх, не надо тебе. Ему не читать. И вот сейчас Нива. С нормальным бампером. У меня силовой бампер. Здесь родной бампер. Ну, проходит легко. Вообще легко. Нива Travel. Нормально? Не знаю. Да, потихонечку. Алексей не сдается. Дастер. Молодец, молодец, молодец. Красавчик. Молодец. Установил буквально недавно. Полностью он купил. О, это очень опасно. Полуось только так летает. Ну, давай посмотрим.
Молодец. Ну, для лифтованной Нивы это намного легче все происходит. Сейчас вам покажу. Родник Горюн. Конечно, он уже относительно... Ну, мало кто ухаживает, да, за ним? Или все-таки есть уход? Ну, вроде бы так более-менее чисто. Кружечка здесь есть. С нержавеечки труба. Вода чистая. Вот, ну, сейчас свою посуду принесем. И попьем, да? А так вот написано. Родник Горюн. Водички попьем и пойдем дальше. Так, Макс решил попробовать. Но у нас здесь... Мы здесь уже видео было. Под Патриот мы здесь топили как-то. Давай, лебедка. А у меня лебедка сломалась. Не работает. Все. Сейчас я рядом встану, подожди. Макс молодец. У меня что-то лебедка сломалась. Так, пока карабкается. Резина, в принципе, позволяет, МТХ. Сзади, по-моему, заварка. И впереди, по-моему, самоблок стоит. Не, у него есть возможность выехать. Пока шевелится, молодец. Скажу, грязь здесь такая солидненькая. Ну, во-первых, ходу не набрал. Потихонечку попробовал, не получилось. Мы собрались, уже самовар ставим. Мангал разжигаем. Сейчас попьем чаю с родниковой воды и поедем на гора Горюн. И да, пока не сдается, пробует. Вроде МТХ, а МТХ замылилась. Ну и Горян решил рядом с УАЗом проехать. Это УАЗ китаец у нас. А мосты... У него все от УАЗа стоит. Кузов ходит и прилично. И как видите, надежды. Надежда закончилась на проезд автомобилем. И это небольшое препятствие. Пока только проехал у нас Макс на Исусу.
Вот так вот. Мотор, раздатка здесь у него от китайца. То есть, чтобы подключить межосевой, надо там что-то залазить и переключать у него. Вот так вот. Решили помочь УАЗу подкопать, потому что, ну, сильный бугорок. Федя, а ты Загоря, например, берешь? Федя, успехи как? Проедешь же? У вас же сила. Однозначно. Так, Егорян, а что у тебя как успех, Егорян? Что-то не очень. Куда пошел? Он заплыв сейчас пойдет, смотри. Не надо ее присоединять, прикрой ее оттуда. Это чтобы полный привод включился, да? Мой. Не, я думаю, надо уже попробовать поехать водом, но в другую сторону. Как видите, здесь, но шанс есть. Игорян решил по другой траектории немножко. Нет, ну чего ты, Игорян, совсем никак? У нас такие надежды были на него. А, Алексей, говорю, такие надежды были на какие-то у вас. А он что-то не едет у нас. Ну еще и мозг нужен, колеса надо сдуть. Хотя бы до 0,6. Нет, вот тут клиренс хотя бы, МТ-шечка вроде стоит. И двигатель как бы не... Ну давай, 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 давай. Ну и все на этом. Вот так вот. Эта грязь, ребята, не прощает ни ошибок, ничего. Парень, что про китайца можем сказать? Про синего нашего. Ну мы что-то вот вообще стоим, отличный автомобиль. Сила вообще. Смотрим как-то это. Что-то. Отличный автомобиль. По-моему, га... Ребят. С УАЗовскими мостами, да? Истинно, га... Его машина находится там, где и положено. Понятно. Говно в говне. Игорян, ничего лишнего, ничего личного, то есть. Ты не обижайся. Все по правде. Ты это увидишь. Мы констатируем. Ты там Нива хотя бы сидела, но ты не... Да Нива там... Ты до лужи доехать не успел. Какая нафиг Нива? Иди дров на Ниву. Не-не-не, давай по-честному. Кроме той красной, ну-ка покажи все машины. Я чуть не вижу, что кто-то грязный был. Макс, смотри. Уже. Что, УАЗик, она у тебя лужу увидела, у нее глаза повылезли, блин. Лови давай тронку. Подъедь поближе. Поближе подъедь, да. Пока там ребята буксуют, приготовят тут у нас курочка, сарделечки, стол накрытый.
Чем пахнет? Ой, господи, бля, собаки злые. Самовар в процессе, все закипает. Я вот тоже думаю. Опять не фартануло. Хотели чай попить, переехать на эту сторону. Взяли другую траекторию. А здесь вообще перед повис. Да, на бугор с травой. Вот так вот. У меня вот тут печалька. Что-то лебедка перестала мотать. Разобрали соленоиды, там щелкает. Но почему-то никак. Я нашел. Что, причину нашел? А что случилось? Пруд? Оба-на. Минус, да? Минус, провод оторвался. Понятно. Сейчас после УАЗа китаец пойдет по тем же следам. Еда нацепили. И мы не можем тронуться. Перед на траве. А задние колеса у нас. Вот так. Эх, Игорян, Игорян. Не фартануло? Никак у тебя не дается, никак. Гора Горюн. Очень круто, ребят. Снизу не видно, куда прыгаешь. На самом деле оттуда площадочка. Там плавно, там прям плавно заезжаешь. То есть получается... Подъем травянистый и типа песочка такой, выступ. Там нормальный выезд. Отсюда нам всем все нормально. А в машине сидишь там, жуть. Заскочил. Ребята, Николаю надо лайк поставить. Молодец, на поджерике. Я вам показываю. Я стою, спустился метров 10. Ну и вот смотрите, какой спуск. Вон стоит Дастер. Нива поехала по другому пути. Более пологий. Ребята решили спуститься сверху. Морально проходимость должна быть очень высокой. Красавец. Приехали на другую горочку, здесь уже грунт, больше зелени. Вот, зацеп у него кончился.
садится прям в момент. Все, заскочил. Смотрим, как поджерик у нас справится. Да, поджерик, смотри. Ага, вот тебе и пожалуйста. На каком-то метре, вот буквально метра, не хватило. Физика потянула назад автомобиль. Так, поджерик нажал интересные кнопки. Легче, легче, намного легче. Молодец, забрался. Шевик до грязевой. То же самое, да, смотри. Вроде двигатель крутит, а грунт не дает ему зацепа. Красавца, красавца, просто молодца. Смотрим Дастер на шоссеечке. Не хватило. О, ну уже такие хорошие обороты, да? Ну тут зайдет. Стреляй. Ну, здесь, мне кажется, он просто разгон больше набрал.